жильцам свои извинения и просит запастись сегодня водой. В Томске стартовала зимняя спартакиада компании «Газпром Трансгаз Томск». Три дня работники газотранспортного предприятия из областей Сибири и Дальнего Востока будут состязаться в шести видах спорта. На торжественном открытии соревнований побывали наши корреспонденты. Торжественное открытие спартакиады, как всегда, красочное и запоминающееся. Спортивный праздник объединил более 400 работников «Газпрома». Все они представители 22 команд. География спартакиады от Томска до Дальнего Востока. Сахалин, Камчатка, Омск, Новосибирск, Комсомольск-на-Амуре. Для компании такие спортивные соревнования уже многолетняя традиция. Спорт – это здоровье. Спасибо вам, что вы находите время. То напряженное время, когда у нас с вами связано с производством, заниматься спортом. Большое вам спасибо. Но и самое главное, успехов, успехов и еще раз успехов в спортивной борьбе. С каждым годом церемония открытия спартакиады все ярче. Для участников и гостей феерическое шоу и напутственные слова от представителей власти. Спартакиада общества еще раз доказывает всем, что все, кто ведет правильный образ жизни, кто ведет здоровый образ жизни, тот добивается успеха в жизни, в работе и в спорте. И вот первый день состязаний. Командный дух, оптимизм и искренние переживания друг за друга. Выявить сильнейших предстоит в соревнованиях по футболу, лыжным гонкам, теннису, бильярду, волейболу и стритболу. Тренировались, и на работе тренировались, и отдыхали, когда тренировались. Мы вахтовым методом работаем, поэтому и на работе там у нас есть где потренироваться, то есть спортзал хороший, стол теннисный. Главное участие, но результат для нас тоже немаловажен, потому что когда мы слышим наших болельщиков, хочется для них побеждать, побеждать и побеждать. А так праздник в душе. Вы понимаете, я еду на праздник, в принципе, поиграть, пообщаться с товарищами. Выкладываемся, конечно, на 100% до того, что аж звездочки могут летать. Ну, будем, конечно, стараться. Это вся секунда дорога. Три дня на спортивных площадках будет настоящая борьба, азарт и бурные эмоции. А значит, впереди новые победы и рекорды. Екатерина Лоскутова, Андрей Никифоров, Вести, Томск.